И сейчас пройдемся с металлоскателем. Возьму меч, возьму скуп, одену вот такие заброды, сапоги, вот так по пояс, вернее по пояс, выше груди. Закрывает, не промокает. Я даже только ботинки сниму, буду в штанах, в костюме полностью, в кофте. Холодно мне не будет и не промокну. Включаем приборчик. Пляж небольшой, как я уже сказал. Я его должен быстро пройти. Вот таким образом. О! Какой сигнал, слышали? Давайте посмотрим. Только-только зашел. О, у нас. У нас что-то в скубе. Ага, вот что в скубе. Язычок от банки. Продолжаем. Очередной сигнал неплохой. Ну а что делать, пока, если удочки молчат? Вот у нас. Покопаем немного. Раз уже на пляж приехали. А, вот монеточка, пожалуйста, вам. Это монетка. Монетка у нас 10 копеек. Да, 10 копеек, Украина. Вот сюда буду складывать. А потом уже все возьму вместе. Оп. Пойдемте дальше. Очередной хороший сигнал. Нет, у нас не совсем песок такой, как хотелось бы. Немножко песок, а снизу муляка. Вернее, такое прессовано. 10 копеек. Черные-черные. Да, Украина. 10 копеек, Украина. Продолжаем. Ой-ой-ой. Буквально рядышком, слушайте. Какой... Так, это от скуба. Какой красивый. А вот и... Блин, да что ж такое? Называется «За двумя зайцами». Прошу прощения. Нас грубо прервала эта удочка. Вместе с карасем, кстати. Карась есть. Так, где мы остановились, я не помню. Достал я сигнал, не достал. В общем, продолжим сейчас. Никуда он от нас не денется. Оп, секунду. Ну, вот такой... Вот так совмещать... У меня, кстати, мокрая будет кофта, ничего страшного. Вот так совмещать рыбалку. Не, если бы она клевала нормально, рыба, я бы, конечно... Вот он, я не достал. Я бы, конечно, рыбачил. Но, коль оно одна рыба в час, то почему бы... А, вот оно что, смотрите. Ну, почищу очередной пляж. Вот она, фольга. Видите? Шмурдяк. О, как раз туда, куда нужно. Почистим очередной пляжик от мусора. Ну, вдруг наградит нас. Да, дно не такое, как хотелось бы. С первого раза не получается. О, сейчас пристреляемся. О, 50 копеек. Утка, я за тобой слежу. Полтинник. 50 копеечек. Так, куда мне его? А, стоп, у меня же карман есть. У меня в забродах в этих карман есть. Я забыл. А тоже хотел выносить на берег. Так, все, отлично. Пройдемся еще. Так, это было остаточно. Сигнальчик на глубине, скажем так, по пояс. Я уже, наверное, не успею добежать, если вдруг клюнет. Не взял. Так, покажу вам, когда уже возьму. Потому что попыток может быть немереное количество. Здесь глубоко находки. В общем, сейчас, если не достану, значит, покажу уже, когда... Все, покажу, как достану. Опа.
В принципе, с третьего раза и достал. Даже не знаю, наверное, вам и покажу полностью, потому что не показывать один раз — это ничего значит. О, 1 гривна. Да, вот такой сигнал дает большая. Смотрите, какая она черная. Но это гривна. Берем и продолжаем. Рыбаков нет, никому мы не мешаем своим звуком металлоискателя. Ну, по крайней мере, хотя бы глубину посмотрим здесь. Немножко зайдем поглубже. Это ж мурдяк был. Ну вот я уже выше пояса. Хорошо в таком костюме. Так, глубже я не буду заходить. Я все-таки без рукавов и в кофте. Вот так. Ой, хороший сигнал какой, слушайте. Ну, это мы можем взять. Нам глубина позволяет. Нужно было все-таки, наверное, кофту снять или рукава закатить. Сейчас. Да. Кофту намочу, конечно. Взяли. Ну вот, с первого раза. Ну, по-разному бывает. Смотря на какой глубине лежит находочка. Да, монетка. Монетка, полтинник. Очередной полтос. Пойдем дальше. На глубину не буду, как я уже сказал, заходить. Сейчас вот так немножко рукава закачу, потому что могу намочить. Это будет нехорошо. Очередной сигнал. И прям возле лески практически. Но это, походу, что-то большое, мне кажется. Может быть, даже свинец. Такой звук аж запирает даже немного. Оп. Нет, не взял. Сейчас достану, покажу. Я его не могу достать. Он очень глубоко. И что-то большое. Что-то очень большое и очень глубоко. Тут если был бы песок, конечно бы я бы его взял бы. А так? Да, все. Оно он уже запирает. Не, не буду я его поднимать. Оставлю на лучшее время, для лучших времен. Так, вот так, туда-сюда мы пройдемся. Вот опять не достал. Давайте достану, покажу. Это просто из-за того, что глубоко лежит. На том же самом месте буду рыть, но достаточно глубже. А рыть-то неудобно. Здесь прессованная какая-то такая. Так, локоть немножко. Земля, что ли, уже. Ну, хотя взяли. Сейчас посмотрим. Да, тут земля. Ну, то ли, может, такая неприятная жижа, субстанция. Ну, что сделать? Поиск бывает разный. Это хорошо на море, где песочек. А у нас, в принципе, здесь все водоемы такие, что особо то камни какие-то, то еще какая-то фигня. Это кольцо, друзья. Серебряное кольцо. Это серебряное колечко. Окисшееся. Ну, давайте уже выйдем. Потом хорошо его рассмотрим. Ну, это серебро 100%. Окисляется так серебро. Сейчас достанем. Я уже рассказывал, я в этих забродах самое первое свое золото нашел. И снова не взяли. Я их, в принципе, и покупал чисто для одноразовой цели — найти золото в камышах, чтобы не пораниться, не проколоться, не поколоться и особо не промокнуть. И я его нашел. Я один раз. Вот непонятно, взял, не взял. То ли это остаточно. Сейчас посмотрим. Я один раз их одел. Второй раз я их надел на Голубых озерах, когда директор, помните, ролики с директором. А, вот фольга. Да. Красиво скрученная, но тем не менее фольга.
ролики с директором, когда нас выгонял с пляжа. Дурындик. И вот там я их надел второй раз, а это третий раз. Там, конечно, золото не нашел. Посмотрим здесь. Так, дошли. А вот и клюет. Смотрите, только подошел. Только подошел. И поклевочка. Или это утка? Сука. Смотрите, что делает. Террористка. Смотрите, что террористка делает, а? Заставила меня вы... Смотрите, что делает. Смотрите. Леску жует. Видите? И поклевка идет. Я же говорю, террористка какая-то. Это не утка. Сейчас мы ее прогоним. Ну, хоть бы отплыла от лески уже, что ли. Все, уходит. Так, друзья. Опять нас грубо прервали. Но это была интересная такая вещь. На канале увидите. Так, где я? Ага, я вот здесь выходил. А теперь пойдем вот здесь. Вот, со второго раза взяли. Нехороший грунт. Монета. Тоже полежавшая уже. Полежавшая и полежавшая. Это 20 копеек. Советский Союз. Вот такой здесь пляжик. 20 копеек СССР. Не вижу год. Но то, что это 20, это точно. Коричневая такая. Вот и находка. Забираем. Советы пошли. Интересно. Так, ну тут такой совсем небольшой. Сейчас, если быстро проскочить его... Не хочется. Вон она, террористка плавает. Не хочется мне задерживаться. Ну, надо пройти хотя бы по пояс. Дальше я заходить не буду. Нужно его пройти. Это от скуба. Это от скуба, сори. Вроде взяли. 10 копеек. 10 копеечек. Берем, продолжаем. Нет, ну вы посмотрите на эту. Фух. А вот это клюет. Эх. Вот так, блин, заниматься поиском и одновременно ловить рыбу. Ну, выложила. Друзья, нас снова грубо прервали. И опять же та же самая удочка. И скажу вам по секрету. Чуть не упал из этого камыша, блин. И скажу вам по секрету. Рыбку я вытащил. Я успел, потому что как раз вот здесь был. Рядышком. Так, ну все равно давайте дойдем. Пройдем полностью. Еще глубже получается. Ну что ты сделаешь? Ничего. Это ж надо. Это ж надо столько. О, смотрите. На такой глубине. И более-менее еще чистый. Может, конечно, промазал я. Не буду спорить. Хотя, вряд ли. Ладно. О. Сигнальчик. Здесь я не дошел, значит. Здесь я выскочил. Опа. Ох, тяжелый, зараза. Грунт. Песок такой прессованный. Так, что здесь у нас? Вот что. Эх, тихо, тихо. А, держу металлоскатель. Забыл, что это меч. Это язычок от банки. Если упадет меч в воду, то ничего страшного, он же подводный. Я привык, вот недавно с Рутусом ходил. Так, ну дальше я уже прошелся, там сигнала нет, оттуда я и шел. Так, где? Вот, иди отсюда. Кряква. Сейчас на машину еще сядь. Не, проскочила. Так. Форменная террористка, короче. Вот здесь я не ходил. Понад этой леской теперь пройдусь. Понад этой удочкой. И, наверное, будем заканчивать. Оп. В следующий раз, когда потеплеет, на следующий год сюда
все равно на рыбалку. Вот с первого раза на рыбалку приедем. Монитос. Полтинник очередной. Очередной полтинник. Темненький. Так, рыбка не клюет. Ну, а нам осталось тут вот немножко дойдем по пояс. Так, все, вот я по пояс захожу. Дальше я заходить не буду. Оставлю то уже на потом. Все равно. Еще сюда вернусь. Так, ну давайте идем уже к берегу. Тут, в принципе, можно и рутус взять. Рутус этот не видит тоненькие цепочки. Сережки маленькие не видит, а рутус видит. Да что ж тут за грунт такой, а? Тонну весит. И то не взял, видите? Все намного глубже лежит. Сейчас подымем. Мы, конечно, обратно все это, чтобы ям не было, свернем. Вот, теперь взяли. Что-то у нас в скубе. Грязь, конечно, неимоверная. Придется вот так сделать, наверное. А что это было? Нет. Значит, что-то еще в скубе. А, во, монитос. 25 копеек, друзья. Сейчас посмотрю точно. Да! О, они еще и блестящие. С одной стороны блестящие, с другие подубитые. Лежали так. 25 копеек. Все, это был последний сигнал. Пойдемте. Вот это единственное, конечно, я хочу на место яму эту закрыть, чтобы не оставлять после себя ни следов, ни всякой фигни. Ну все. Пойдемте находки смотреть. Сейчас куб помою. Оп. Вон она, смотрите, стоит. Звезда моих очей. Так, камера снимает наша. Снимает. Вон она ходит. Вы, если бы знали, что она тут чудила. Но это на том канале будет, где про рыбалку будет видео. А здесь сейчас находки покажу и будем заканчивать уже. Вы посмотрите на нее, а? Да брысь, зараза! Она меня достала за сегодня. Смотрите. Фух, капец. Вот это утка. Реально. Так, ну, давайте, друзья, сейчас находки вам покажу. Мне, в принципе, самое интересное — это колечко. Я думаю, вам оно интересно. Вот они все находочки. Шмурдяк. Все остальное. А вот это колечко. А, не, наверное, медное все-таки. Ну, наверное, все-таки это медь. Сейчас мы посмотрим на него. Ой, улетело. Что это за колечко? Ну, давайте я сейчас почищу его более-менее и вам покажу. Ну, скорее всего, это медное кольцо. В общем, сейчас очищу, я его вам покажу ближе. Ну, то есть почищенное, помытое уже. Оно вроде как очищается нормально. Но если ногтем так счищается, то я думаю, что усилий никаких не нужно, чтобы очистить. Хотя блестит. Так, ладно, сейчас очищу, покажу. Да, сколько ж оно полежало. Ну, оно видно сразу. Я думал, это медь. Нет, сразу изначально думал, что это серебро. Вы видели, как оно окислено, окислено как оно было. Потом начал чистить желтое. Думаю, ну это медь. А в итоге это золото. Дома точно посмотрю. И когда будет на весах, напишу вам. Ну, в любом случае, вот они все находки. Где они? А, вот они. Фух. Я с этой рыбой. В общем, такой поиск. Все. Зачетно. Однозначно. Но оно очень долго пролежало, если так окислилось золото. Конечно же, это очень долго. Зачет.
подпишись вот сюда. На вот этот.